Любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Главный недостаток этих людей – чрезмерный эгоизм, самоуверенность, переходящая иногда в манию величия. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Ни за что на свете люди с этим именем не покорятся никому и ничему. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Это слишком мягкие и отзывчивые люди, чаще всего безоглядно верящие окружающим людям. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Твердый знак в этом имени означает значимое влияние, человек бескорыстно добивается своего. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Значение твердого знака в имени – трактуется как способность что-то классифицировать, разделять, раскладывать по полочкам. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Магическое число этого человека – 1. В нумерологии имени при определении индивидуальных черт характера указывает на самостоятельность и независимость человека. Дорогой друг! Поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.